Да, итак, ребята, вопрос. Что такое сухой лед? Это сухой лед. Сухой лед. Углекислый газ. Правильно, ребята. Молодец. Итак, хорошо, что такое углекислый газ? Углекислый газ. Химический элемент. Я это сказал. Хорошо, что такое химический элемент? Так, ребята, хорошо, такой вопрос. Что такое сублимация? Испарение. Возможно, замораживание, что-то такое. Так, ребята, это процесс. Это процесс. Химический процесс, когда какое-либо вещество из твердого состояния преобразуется в газообразное, минуя форму жидкости. Поняли, да? То есть да. Твердо сразу в пар. Там азот так делают. Итак, ребята, что такое сухой лед еще раз? Это не просто углекислый газ. Это сублимированный углекислый газ. Нет, это углекислый газ, который при определенной температуре сжали. Понятно, да? А сейчас мы с вами его сублимируем и разожмем. На наглядном примере. Итак, наблюдаем. Что мы наблюдаем с вами сейчас? Сухой лед. Сублимацию, правильно. Смотрите, замерз. Пошел. Можно потрогать, но не толпимся. Он теплый. Потрогал, пошел, дайте Опа, берем. Зачмаешь. Берем, он взял. Это мыло. Это мыло. Есть? Сухой лед. Кипяточек. Это мыло. Вы что, это ритуальное серебро? Нет. Ну да. Так, ну, тема горячая водичка. Принесли мне горячую водичку? Принесите мне горячую водичку, пожалуйста. Есть горячая водичка? Есть. Нет. Так, спасибо. И еще один стаканчик. Можно? Да нет, горячей водички можно? Чуть-чуть горячей водички. Итак, все родители взяли по стаканчику. Кто не взял? Сейчас начнется толкучка. Давайте так, ребята, чтобы не началась толкучка, по очереди спокойненько подходим. На всех хватит. Хорошо? Договорились? Сейчас через 5 секунд. Мне. Ну что? Смотрите, как классно. Вода. Плавленное серебро. Да. Ну что, ребята? Поднимай выше. А ты говоришь, что пузыри. Мы знаем сублимацию. Ловим пузырики, не боимся, они лопаются. И там будет дым. Вот нам Собираем. Они вроде бы говорят, что делать тему гуманитарную? Давай. Лопаются, не доходят.